لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يناك. الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت نسلا. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Сегодня в нашей мечети по воле Аллаха и милости Его есть организован маджлис алимов, который продолжает тот призыв, основа которому была заложена 1400 лет тому назад, 14 с лишним веков тому назад. Этот призыв начал посланник Аллаха Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, который родился в месяц Раджабуль-Аввал. И этим месяцем, который является и этот месяц, в котором мы с вами находимся, месяц, в котором Аллах послал своего посланника милостью для рабов его, и который сказал «Лакад манна аля муминин», что он, Аллах, оказал милость своим верующим рабам, послав к ним из их же общества, из их же среды общины своего посланника, который будет их обучать чистоте, чистоте духовно-физической, будет обучать их слову Аллаха, Писанию Его, Небесному, книге Его, и который будет обучать их мудрости, и тем самым те, которые последуют, спасутся от гнева Всевышнего и гиены огненных. Благословляем посланника Аллаха, который он сам же и сказал, что он послан, послан я к вам, чтобы довести до совершенства и улучшить все лучшее, что у вас есть, все качества. Хвала Аллаху, который сделал нас рабами своими и последователями его избранного посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Сегодня здесь ведущим будет человек, который приехал с алимами и который всегда занимается этим, работник отдела Да'вата Камиль Хаджи. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья, в первую очередь хочется поздравить всех с месяцем Рабиуль-Аввал, в котором родился самый лучший из всех творений Всевышнего Аллаха, пророк Мухаммад, алейхи салату вассалям. Пророк, алейхиссалату вассалям, перед асхабами Абу Бакрам, Умарам, Усманом, Али сказал: «Я скучаю по своим братьям». Когда асхабы сказали: «Я Расулуллах, кто твои братья, а кто мы?» Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Вы мои асхабы, а братья мои те, которые не увидели меня, но уверовали в меня». Уважаемые братья, из нас никто пророка, алейхиссалату вассалям, не видел. Но мы готовы отдать все, чтобы увидеть пророка, алейхиссалату вассалям. Дай Аллах, чтобы этот маджлис являлся причиной, той причиной, по которой по нам скучает пророк, алейхиссалату вассалям. И дай Аллах, чтобы этот маджлис являлся причиной прощение всех наших грехов тоже. Аллахумма амин. Сейчас мы знаем, что один богоугодный маджлис смоет тысячи плохих маджлисов. И дай Аллах, что мы без конца до последнего нашего вздоха сегодняшнего дня благословляли пророка, алейхиссалату вассалям, все больше и больше. Аллахумма амин.
Сейчас мы, иншаллах, первое слово предоставим вашему соседу. Это имам селения Кокрек Маулидин Хаджи. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Альхамдулиллах. Альхамдулиллахи раббиль аламин валь акибату лиль муттакин валя удвана илля аля аз-залимин. Вассалату вассаламу аля ашрафил анбияи валь мурсалин Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату. Уважаемые братья, уважаемая умма пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллама, дай Аллах, чтобы этот месяц, месяц, в котором родился лучший из людей, лучший из всего творения Всевышнего Аллаха, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллама, был благодатным для нас. Мы получили больше пользы, изучили жизнь пророка, алейхи саллату ва саллам, и постарались следовать пророку, алейхи саллату ва саллам. Любовь к пророку, алейхи саллату ва саллам, это долг каждого мусульманина. И всякое средство, которое вызывает в мусульманах любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллама, это средство оправдано именно по той шариатской норме, которая гласит: «Ма ла ятимму л-ваджибу илля бихи фахуа ваджибун, ва ма ла ятимму л-мандубу илля бихи фахуа мандубун». То есть, то, без чего невозможно совершить обязательное, тоже является обязательным. И то, без чего невозможно совершить желательное, тоже является желательным. И любить Всевышнего Аллаха невозможно без любви к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Также любовь к посланнику Аллаха, Азза ва Джалля, и к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, и к Всевышнему Аллаху Азза ва Джалля невозможно без любви к тем людям, которые любят посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, и любят Всевышнего Аллаха Азза ва Джалля. Это взаимосвязанные вещи. И не зря посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, в своих мольбах часто повторял такие слова: «Аллахумма рзукни хуббака, ва хубба ман ахаббака, ва хубба амалин юкарибуни илайк». «О Аллах, даруй мне любовь к Тебе, любовь к тем людям, которые любят Тебя, о Всевышний Аллах, и любовь к тем поступкам, которые приближают меня к Тебе». Эти дни, которые напоминают нам о появлении пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, на этот свет, как наше спасение, должно служить для нас как будильник, который пробуждает нас только лучшие качества, который пробуждает нас возобновлению нашей клятвы с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллама, в верном следовании ему. Мы порой под поклонением Всевышнему Аллаху подразумеваем только лишь молитвы, садака, посты и так далее. Хотя поклонением Всевышнему Аллаху является и наше воздержание от причинения вреда кому бы там ни было. Как-то раз сподвижник посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллама, Абу Зар, радиаллаху анху, спросил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллама: «О посланник Аллаха, что мне делать, если я не стану осиливать поклонение Всевышнему Аллаху, то есть некоторые деяния?» Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллама, сказал: «Такуффа шаррака анин наси фа иннаха садакатун минка аля нафсика». «Воздерживай свой вред от людей», то есть не вреди людям, это будет для тебя как милостыня за себя. Когда мы кому-то дорогу уступаем, когда мы стараемся припарковать свою машину в сторонке от проезжей части, для того, чтобы не мешать другим, когда мы далеко уносим свой мусор, а не выбрасываем прямо у прохода и так далее, нам все это записывается как ибадат, как поклонение Всевышнему Аллаху, Азза ва Джалля. Вот этого мы многие не понимаем. Муаз, радиаллаху анху, рассказывает,
أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, завещал мне 10 слов, то есть дал мне 10 советов. Он сказал, саллаллаху алейхи вассалям, «Ла тушрик билляхи шайан, ва ин кутильта ва хуррикта». «Не предавай Всевышнему Аллаху ничего, сотоварища, ва ин кутильта ва хуррикта, даже если тебя будут убивать». Даже если тебя сжигают, «Валя тауканна валидайка». И ни в коем случае категорически запрещает посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, не ослушивайся родителей, не груби с ними. «Ва ин амарака антахруджа мин ахлика ва малика». Если даже они будут требовать у тебя, чтобы ты покинул свою семью, свое имущество. «Валя татруканна салатан мактубатан мутааммидан». И ни в коем случае не пропускай предписанную обязательную молитву. «Фа инна ман тарака салатан мактубатан мутааммидан, факад бариат минху зиммату-ллахи». Воистину тот, кто пропустит предписанную молитву умышленно, то тот очистился от защиты Аллаха. То есть Аллах его бросит, и не будет ему милости от Всевышнего Аллаха, Азза ва Джалля. «Валя ташрабанна хамран». Далее перечисливает Муаз, рази Аллаху анху, от пророка, алейхи салату вассалям, «Ни в коем случае не пей алкоголь». «Фа иннаху расу кулли фахишатин». «Воистину алкоголь – глава всех мерзостей». «Ва ияка валь маасията». Ты береги согрешений. «Фа инна биль маасияти халла сахат Аллахи Азза ва Джалла». Воистину грех влечет гнев Всевышнего Аллаха. «Ва ияка валь фирара мин аззахви ва ин халакан насу». И ты берегись от бегства во время битвы, даже если люди погибают. «Ва ин асабан насу наса маутун фасбут». Даже если люди погибают, стой стойко на пути защиты религии Аллаха. «Ва анфик аля ахлика мин аулика», обеспечивай свою семью из своих возможностей. Некоторые, уважаемые братья, подходят к имамам и жалуются, что их сестер, их женщин обижают их мужья. Не покупают им одежду, не покупают продукты и так далее. Один даже говорит, что муж его сестры сказал, оказывается, когда он сказал, она сказала ему, что у нас нету ничего кушать, готовить дома, что у меня нет одежды нормальной, что я с тобой договаривался, что ли, чтобы я должен тебе покупать после того, как ты выйдешь за меня. Вот такие вещи даже говорят, но этот шариат нам указывает, чтобы мы обеспечивали свою семью, своих детей, своих жен, ухаживали за ними, берегли их от всех запретов тоже вместе с этим. И далее говорит посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, «Валя тарфа анхум асака адабан». И ты все время держи их под плетью воспитания. Это значит, чтобы ты, глава семьи, был внимателен, был бдителен, чуток и следил за поведением членов своей семьи. А не так, чтобы из-за любви к своим детям, к своей жене не замечать все мерзости, которые они вытворяют за твоей спиной. Таким быть мусульманин не может. «Ва ахифхум филляхи». И угрожай им Аллахом, Азза ва Джалля, если они будут ослушиваться, если они будут совершать грехи. Не говори, что если ты поступишь так, я с тобой вот так поступлю. Не так, а угрожай Всевышним Аллахом. Говори им, что Аллах суров, что Аллах покарает, накажет и так далее, если, конечно, есть такая необходимость, если они тяготеют в греховном. Этот хадис рассказывает Абарани в Муджам аль-Кабире и имам Ахмад в Муснадихи.
Дай Аллах нам тавфика побольше изучить жизнеописание пророка, алейхиссалату вассалям. Чем больше мы будем знать черты характера нашего пророка, алейхиссалату вассалям, как он обходился с теми людьми, которые вредили ему, как он прощал людей, то у нас тоже появятся такие же черты характера. И если мы будем следовать за нашим пророком, алейхиссалату вассалям, мы, иншааллах, спасемся и будем счастливы в этом мире и в мире вечном. Дай Аллах, чтобы мы встретились с посланником Аллаха в судный день. Вальхамду лиллахи раббиль аламин. Машаллах, баракаллаху малюдин хаджин. Уважаемые братья, что еще хочется подчеркнуть, когда наш уважаемый Маулидин Хаджи затронул насчет мужчин, которые относятся к своим женам. Наш брат один рассказывает, что он был имамом. К нему приходит, что оба две пары хотят заключить махар. Они когда подошли к имаму, имам говорит, что ты хочешь поставить между махаром? Она говорит, а что я могу попросить? Он говорит, можешь, что ты хочешь попросить, можешь деньги попросить, можешь там одежду попросить, что ты хочешь попросить. Она говорит, я хочу, чтобы он совершал намаз. Вот это я хочу, чтобы он совершал намаз. Он говорит, на своем языке ей сказал, что-нибудь другое попроси. Она начала настаивать и просить его, чтобы он начал совершать намаз и вот это поставить между махаром. Он не согласился. Она сказала, могу я, чтобы не выйти за него замуж? Могу я отказаться? Этот имам говорит, может. Она заплакала, говорит, и ушла оттуда. Иншаллах, если такие сестры у нас будут с такими условиями, которые замуж будут выходить, иншаллах, мы многое добьемся. Дай Аллах, чтобы наши сестры душой болели за ислам. И с вот такими условиями выходили замуж тоже. Аллахумма амин. Сейчас мы предоставим слово представителю муфтията, руководителю отдела просвещения Хасавюртовского региона Али Хаджи Саид Гусейну. Коротко, иншаллах, он будет перевести на русский язык за то, что у меня так русский язык не так гладко, придется на своем языке. Вы согласитесь? الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد خيرل دين الصلاة نتلدا هذه كلها حموت اورك صلى الله عليه وسلم جند جاني حورموت هبج ابلي دا حموتون هبو جبلي حقيقه الله راك قلدي عرقيج النعمات جو هرطلو هون الله سرشت أرموطلون ونطلد هذه كل حقيقة تلد أورق استخمو قبروك صلى الله عليه وسلم استخون هبهج إبلي إنسان جنت سحابو لب روك إلونجي دولتو أرتيست سحابو لب كيني قروك كينو تلو إزعان خادو كينو تلو عرما خجيب تلو لب Hebrut ibuk e dunyal alamas kujibjak azahir habuleb nitler ceresel ashab zabazde khun cingi başta tabhec unigi khaduraj aral imam zabazde khun başta tabhec unigi hebrut ibuk e haqiqat halda insanasta hiqic ugujibt adibaj ulevju waqit adibaj ulev kinigi maqut adibaj ulev kinigi helda bula qasriyab abun ay insana suq ixtiyar hec evjulsun tsuchiya se tsuadan yuk qarav zamanel dostal haj ugudov dosul khiyala sutsvatula haqiqat halda nitletsa shukuret savize kula busurba bozul reketle avarak sallallahu alayhi wa sallam Heb Rabi'ul Awala Shagi Waj Ulewuk Inalda. Hebgi Allah'a suk Udiyyab Ni'mat Hugu Nitleye Kurab. Allah'a Awaraga Sul Sallallahu Aleyhi Wasallam Sul Ummatatli Harura Ni'mat Halugu
Аварага ста саллаллаху алейхи ва саллама ста нах аварак ва кхизе хеч эвхи халабун хеб уммат жинца цунулен. Хеб шибин абунани хаали дажаниб нитледаби хула хэжд адибач идал кинабук улеб адама зурукки Аллаха сурук Кааба бихизе. Ва кинабук улеб рукки мадинелде ун аварага ста саллаллаху алейхи ва саллама ста зияра табизе. Уэб хэжатлу муцал унхаду цу чангу муцрудасан тадебач ула рамазан буц. Байбихула кижараб аварагасу саллаллаху алейхи ва салламасу уммат чагу хабизе. Байбихула ажайбаб тирхак ичи Аллах себ уммат алли хабизе. Уэб рамазан муц унхаду цу чангу муцрудасан тадебач ула рабиул аввал ва байбихула бусурба баздахуртлуб нақиги чагу хибижизе. Уэбугу Аллахас аварагасу саллаллаху алейхи ва салламасу уммат алли харура неймат аздасан. Уэб риккизе бехула хаиқаталда инсан канти алли хура будильник саат хисабалда. Хаиқаталда хе будильник саат жибги Аллахас жибхабун бугев инсан кант изаун радак этажуд базе жива киялле витру базе жива киялле годинангу хел муцалгиру ки Аллахас бусурба би кант изариялле харурал асбабалтун. Амма хаиқаталда инсану гунани Го будильник жинца лези гилун, кабун шинаки жинца го чангуну ха кабуни гисун кезабун кижулю лун. Бак-бак карамахал гурунит аде ва кулари лун рухали какбазе, шиб го сие келеб, кан хириеб го будильник бугуниги. Кан харак берцина го будильник бугуниги, го сие го кезежу шиб гуэджу. Жаккасев куяш нитле кварарал дасан кула нитле Аллахас харурал гол асбабаз дасан файда бусун нит нитлер куешавт абиатун лик абракалде нитруси. Нитлеца нитледат адирач улел бала хазул бит сизетлю инч угу дол бала хазе сабабал шал абун дол сабабаз да хадун нитле. Жаккасев куяш бусурба базу бугеб ун тишибин абунани. Суяс байби хула хаким заби кайкизе. Суяс байби хула кафур заби кайкизе. Суяс байби хула цуги цуги бат абат эвжу кайкизе. Вогостаги кучун хабкин намниги кауну бижару халик бет ирануки. Уэб кауну киннабгу Аллах се мут эйхулебуки. Аллах се бижи забурав киниги кун фая кунмун бук айнабун. Аллах се букканани. Бати забурав киниги халак хабизе ик улехи. Вогостаги кучун мусабибул асбаб сабабал сабабал тун харурав Аллах. Вогостаги кучун дав Аллахас шежиндат ади гол балахалт амулеругел. Цересельтик аздат адит амичел. Ва Аллахас Куранада Кхараб аят саулев гибук ун. Аллах хеч иле жинца зулма хабулевинабун. Шеха жаккасев куял нитлетат ади зулму чайт амуле. Шегуре лидал нитлер амал ал дарекун. Нитлер цуцадекун ху ин лиги хеч унани. Цуцалт уралил хукук алги хеч унани. Бусурба би бусурба базда хуртлур камера би гилхун умру хабизе караб халги тлуанани. Бусурбанчи бусурбанчи асу зулму алдаса цуни хабизе кулел хунги угунани. Бусурбанчи асул хияна тиялдаса жив цинги вурч изе харакат ба кулевги угунани. Аллахас нитле даде квешалт амич угу телиш кида уцин тулар. Нитле да хази кула гурт аравек хеб нускусун хеб нитле мисал сун жибуки. Акил чиясе цуги дазу мисал улин абула жинда губи хизе кулар инги абула. Гурт араб нуску сунат анц или анкабилев сун шебач араб. Репрессия тлу заман шебач араб. Кикуада цуабиле сунал шерач арал. Хадубе хун цингинит ухдиле рукун. Ниже машкитал ниж хежал деричай. Ниже хеж кварам бугу абу нитл ахдезе тлу индал. Аллах ас нитле хепкуна. Ва нитле да бихана хадубе хун. Нижа какуяш балахидал.
калаш аби гуру гуэмер нитле хэб кварам бук унхэч эвли. Шэйн абунани шэгури хидал нитлер куидаса куидэч ахасулэл базралугу ама машкитах джамаатал хит инсуэлугу. Куидаса куидэ нитлер дуняла сул адатал тарасуэлугу ама иман заивсуэлугу. Куидаса куидэ нитлеца миллиона хэзару наслаби гурушбала хизэт амуэлугу ама Аллах хайт алабхабизэт амулэлэчу. Вадим бичан нитлей ад илхи кюра заманиэл как аласуц эхулэл чиракхич ужакка гируге чангиэл как берцимбазэл аларэл ама умумузу кулабит алабхаризэтлвана. Умумузу хурзалт алабхаризэтлвана. Ама дол ансара зул, ведингу мухажируна зул мисал нитледа сабад аяб гибук умуге халал. Мухажируна з хижра хабуна кинам ни гибуц и фанз Маккаялда тун Эфиопиялде, ва чангижал Маккаялде нахрусич угу Мадинелде нахруссана. Ва чангиял хвезеги хвана Макка жодода бихич угу Исламияв дина сявлу. Ва жодотца жодор Маккаялда тарабуцу шибгу милят хабич у дингурук. Нитле абу ни дин бичара в заманиат хэхгу нитлер цуцуяз кула бир Аллахана. Хурзал киршана, дуняла сулат илликуна, кварас кварав хамил хабун, цинги хамизе шэч эв, пакиргу ги худ ана, киммат кадру хэч эвсун, диния угуни ги, гоши угуни ги. Эбу гу жакка куяс нитлер бу гебди агнуз. Жакка куяс нитлеца эмер канкунин аву нитледаса зулму бурхулар. Зулму нитледат аде я Америкаяс, я Англияс гуру бичшалев. Зулму бичшалевчи. Ай нитледат аде балах бичшалевчи. Балах хев кула халик бет эрхан. Хевги кула нитлер амалал дарекун. Вама раббу кабид Аллами лил абид. Ай дур бет эрхан иле. Ай чингиха лагза дарида зулму хабулю хеч ин Куран алда ковк. Хебугу нитлета тази кулежу хири алватсал. Хес нит рук ине ке куанан нитле клураб нирмат аздасан файда бусулесун. Исламияб дингу хеб кула рук лудат адбараб дин. Рук ке хеч унани дин чия сутлбук улар. Асхамза базул рук кибук ич эб анани бишунгу захматаб анцилэ табгу сулмаккаялда хез аварагаста аску баланде саллаллаху алейхи вассалам аста аску. Эв заманиэл аварагаста аскур банкал рук ич у. Аварагаста аску саллаллаху алейхи вассалам аста аску завода рук ич у. Аварагаста аску саллаллаху алейхи вассалам аста аску байтул малбук ич у. Яги дубани са шулеб ганима тарук ич у. Бишунгу захмата, бишунгу мискинав заман. Амма асхавза би аварагаста саллаллаху алейхи вассалам аста аскурчана аварагасте хумугеб рук луц. Жал рук ич у цухуни тладинан аманту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи абун каласки абун мукулбахун гуртлехун гоб инч элсун. Жодорк алив гоб абизан рек этлан ба кулан гоб, рек этлан ба кун хадуб гуруни гозу гоб алал дебач уларан. Нитле жарка кинав гук алив жунжу дилибук. Эмер иссем хабуле ва азагик алив жунжу дулибугунани. Вединан гу цугидав гик алив жунжу дулибугунани. Цалуле Куран гик алив жунжу дулибугунани. Ва эмер иссем гарги шай кебе калдебусун бугунани. Киннав гу нитле ца дуналалда хаду гицнанани нитле динар шивкелев. Нитле дина жукезе канани нитрук ине кула дотсере рук аразда накун доз хабурав хабун хваду лесун. Хебу жакка севкуяс нитле да бич изе гилхази каралдасан. Нитле шивкелев чехиел машкитазги чехиел мадрас хабазги нитле говрек этлан бакхулев хеч унен. Ниже дарек эда саулару. Ниж Дамаскалда цауле замане ас Мухаммад Саид Рамадан бут яс рахима улас аврац акаврай. Динаслу тушба бижал хин кулариле бусурба базури кенал десан. Миллиардал дирахана бусурба би. Жиги миллиардал да сауле ру бусурба би. Шиб хэс нитлэк кэлэ, хэс нитлэк кэзэ шиб гужу эчу.
Шабгу милли арт хежал де бак араники шибхесни цейкэл, хескини цейкэзэж вэч. Жалхин кулежу кули ла хаика талда иманги динги бугел бусур бабаздасан. Нусиалда кулун казаргу сахабияс дунялалда кисса кибегу дин шуэзабуна. Ва динги шуэзабуна жодор бэрцинал табиатас таздалунги бэрцинал хвадиалдалунги. Индонезия, Малайзия, хепкула бишунгу амерал бусурба бижинда жандиру гебак. Индонезия, Малайзия, алде дин хитца шуэзабура. Индонезия, Малайзия, алде дин шуэзабуна даран базар хабулел адамаз. Жакканитлер Москвада чан нус азаргу хэч ау даран базар хабулючи. Германиялда чан мили миллионал хэч эл. Америкалда чан миллионал хэч эл. Францияда чан миллионал хэч эл. Шеха жакканитлекха дозу хатлу араб тлуху левеч. Шегури лидал дозул баллахи Аллаха стебук ана. Нитлер балахи, кина хун балаха ниги, Америка алда бука, Англия алда бука, Франция алда бука, Москва алда бука, дуневел ачкаби гиран гуршик балахи бук. Цинги гуршида накасан нитле Аллахас тауфик лелиш. Гуршида накасан Аллахас нитле дина сурт куват лелиш. Кулари хидал, кезе канани нитрук ине кула доз бебеклу кехурбеклу лехун. Доз хаса кехур хаса лесун, доз бак ару кехур бак ару лесун, доз е курат уршел нитле кезе нитле буканан. Хебу жака сепкуят нитле та бич изе гихази куле десан. Хесу рукки чи асе гишиб удук уншулив жуэчу. Рукки ги чи ас харакат бак изе кул. Рукки чи асу цикула доста дожу цикун ханан. Захир алдаги, вэдинан губат ин алдаги. Сучия се месед кида буклулев. Месед буклула гостого месед шивжуиле харамах. Гослу баха харав заманес. Гослу кжиндия шезе бугивжу харав заманес. Вэце цугида бжуеслу тлай жиндир циканан. Госе маххазда утлусан махул кесек месед цикун буклу. Вэдинангу бирлянд абулев гамач, хепкула гамач. Кида госе го буклулев. Цуги далганч азда хуртлуб госта гослуб баха шарав заманес. Го баха яслу кжиндия рук ине ругел дуневья лаза талги кепалги шарав заманес. Вэдинангу авараги салаллаху алейхи вассалам уткезе канани. Асхабза биги руткезе канани гол хази кула. Ругиш жаққа нитле дава нитле насла базда гол халесум. Абизе бэула нуситла кугу процентал гуру нихаларинавун. Ама он кугу процентал нитлер насла базда шала Роналдо. Вэдинангу нуситла он кугу процентал нитлер да шала Марадона. Вэдинангу нуситла он кугу процентал нитлер да шала Доцу Рагули Чишидов. Ханчи кинаслугу модел да уга куцбухули чи дол шала. Цинги ха баябах руге чи шала бидух гиран рук улек. Цинги куцки хвезабун. Аллах нитле хетле каркала кунги хеч угубук умуге халас. Хаикаталда нит жалу яслут эрхканан нитле цик изе бугу квешли. Насвай бат асеч о, наркомания бат асеч о, проституция бат асеч о, хеце цугида бат асеч о, куидаса куиде нитле да квешабгуру нираулевге хеч угубук умуге халаше. Нитле ца нитлер хак. Сик алдасун цезабич эвзаманес, рэс хэч у риххулэл, риххуларэл шэт абигирач ундоб квэшав чуру калдасун цезабич ук. Кида тарихас бук араб нитлер умумуз матсалда гуртлэгибан анк ударак чик улэв заман. Хэб нитлер тарихалда бук араб жугуру бук. Шэхха нит жакка хэл дейнерук. Шэгур эхидал, жакка нитлетца Аллахсун дуниал кумук. Яс руса се кулей хеч у бечеда се гуруни. Васа се ячулей хеч у бечедай гурунани. Цинги бетин хабулев заманиях, рекаравги хабунт убазабулев хеч у. Яса се отдельних цинги банкетни зал кулевугу. Васа се цинги отдельни кулевугу. Хани бетин, дуба бетин, кап улев, шап улевугу. Квачан хулагу базарах эхетун бак араров шай кебек хабал гинги биху. Но это сахалабе, это сафакира, чиук из угиш.
Esta safakira uchiwuk izeju. Kidabuk Arab tarikhal Dagistan al dajanib yasrusa sekulebak al de emenuats was akal hulubak. Hebju dunhit ina maharuhu humbukan. Jakakuyas nitata kun inerugu. Nijeda Nikula Emir Zaman Balarin Shugu Antlus Hunal Dasan Gorka Hule Zaman Gibach Ininaman. Tsingi Nitle Hut Arashibu Getsingi Fatima Til Patia Gitluanani Muhammadil Maga Gitluanani Nitle Hut Arakulak Iguju Tsubur Hasu de Giwahun Iman Dimbugu Chirudi Jinda Gut Adgi Wedingu Halkal Dat Adgi وهدينانغو يا جينسا انكو جنازة سل ككيل الله أكبر جابون جنازة سل ككباي تجاكو خراب داغستان سل أهلول دت أد تينغي باي بيخولا نتلا دهورتلو محصل سيكيس جاك سب قياس كين نبغو نتلا شروك في الدنيا العالم ده بيخولا نتلا سنتلا غرات سلابيجن هم كولا فيرتوالي ميرسل زمان بوكارب سوان باكين هاك الله دا سوارب انترنت الدا سوناني دوك الله دا ساليز بيولا دوك الله دا سوارب هاك الله دا ساليز بيولا جاك سيب قويل كينا بولا وبيجانب سيك ابجي ولا كويش ابجي ولا نيتليك روغونا نيرس هيج او سيك ابجي انچ اوغو نيتل كويش روغونا نيرس هيج او كويش ابجي انچ اوغ هبو نيتل دا غبارب نيتلر غو تربيه واسبيتاني الدا بارب بیشون قدیم اون تی داغستان آن دبوجه هفکولا نیت نیتلر عنبچ اولب علاش تربیت قیل دستان ریکل سرینی شکل داد سال زمانه ایدئولوژی دوم خطبات ای بگونیگی الله هچ این اولب اما شکل ده اینچ افکیل اچی تلس تاریخی زحین قلا جا قصه افکیل اچی تلس سطح کیر حین قل مدرسه آن دبوجه معلم سطح حین قلار تازیر ابون سویت اینا تامیه قصی همونانی شکل داد اوچی تلو خیزه گیرچ اولا عمومو تون دوره کرال معربه کرال چی گیرچون مدرسه داد اوچی تلسه تامیه حویزه گیرچ اولا چینگی هدینان جوهرسلو خونو سون کورب چینگی غب جوهرسلو خونو جیب جوهرسون هچ اب ابل انسو دکانی گی خدو بخون غب خانیت سا غزی فایده هبیلیش وید این گوش خال رو خیزاریش کی دگو تینهارولار نیتل دبی خلاد سوکو جیب کوک آنان تماخلولفی و کاس جیب خوبت سبو خانم بات سلولفی تعذیر هبکولا حقیقت آد تربیه وسپیتانی هبکولا عنبچ اولب علشه حقیقت آد خروی رک حدی نسب جو نیتل سقوب رک کی بچ اونانی جو جو اس جندی جندی خیمرگی خیران سانانی چینگی بک اینه کلیب اسلام اصلو تربیه گی غوزیه کچ اونانی غوز نیتلی حدسود اولا رو خیری آوات سال هی بو جا قویت نیتلی دل هزی کلیب جو شه جا قصیب قویت داغستان آل دا دوم پس داره لی خارو گر دی دل هل زمانی هل هب جو داغستان آل دا بکی جو شه بو گر شه گوری لی دل چانگی امنو گو رسی آل دا عمرو گیت امون چوجو دیت ادل هیماره خونترو سلام اتو بیخینچ سلام تو بیخنچ، زنگی دو امن، جورو قوچ ار زمانیل، روسیه ده جنسات اوبارم عمرگید، امن علو خانگی دو با جنسا، زنگی بسرابون، خیر او دو رو قوچ ایداد شجیت لشیب بیزه قرآنو گف، کیمال از دگی دو امنیلن کلیش حقیقت هالدا آچست و پاسپورت هالدا دوسل قام بگونی کولاره کیدال، زنگی دعایی خیل ترم مخش. بوس هدک کردم خبیا همون دلیم از دوشش زاونو اتولا مخاتش کلاه دبوقی دوم پستاریلی خالدی شش زویل داد دلیم از دگایی بوقی شهچ ابلی دال از توزیه تربیه گی کن هچ اونانی جو امنوک ایل هزی که همون هچ اونانی نفاق اصل ملت که همون هچ اونانی شیبگوک آرگی امن آبون دوسل بوق اون هچ اونانی دلیم از غوغوش شش زویل سلعیب سی دبوقین کی داری بک این ایسود بک این ریش قایب از آورگان سو حدیث کلا صلی الله علیه و سلم مسول قیام سبقیت محشر آدت آدرا خراب زمانیت آدرا خراب زمانیت بیشون کودیا منح بگیل چیه س خیزان اهل جنس جهل گوته خیزان اهل جهل گوته
Нитледа би хулевугу жиб-жиб куил, рачизеги, швезаризеги, яслиалди имен ула машина да химал. Спортзалал де химал, швезаризеги, рачизеги, имен ула. Амма дун хам умру де вахана, мадраса бах чангу санабаз дарст кезекана, жиги ди де хединан вас швезавизе, вач улю имен, вач хизе, вач улю имен, вихичу. Вихичу. Ватханани цуниги эмен вач абиди да цеве хауле дунугу абун. Киу до эменугу, хеч эвхи дал до. Школа ба кешула нич умумузу сабрани алде. Умумузу сабрани алде кигуру ку худ ару эменги худ аншинам зал ручабазу цумбатул. Хаиқат алда ручабаз дат ад хауму гев киниги Аллах схималазе тарбияке. Ручабаз да аску берехун тараб химер, эбеле сут сухибу сараб суяб клула. Эби цулю Мухаммад са Рамазан бут яс рахима Аллах жинде Ису ца кин тарбия клураб абун, эбеле да аску цинжу Ису ца руку амер тула руаниле, эбеле сул уну сат сухибу сичугу букис. Хавун хаду хайл, кигу хайл, индал яслиал даги яс хаздавртлу восу умру улю бугунани, Анцилецусуна школал деги яскун аску удук ун улевугунани. Вузах цинги институтах ки яскун удуч ун улевугунани. Цинги чархеч угу, резхеч у гармону журач угу. Яслула джинс рет изе, васазу адин бет эркунц изе. Васлула расхала таптезе тлула вас. Ясазу кегу адин масал тунцу, недех изе иравизе тлула. Евкулат абия явжух. Эл нитлэд ал хази кула жал-жал азу, жодо-жодор этика буки, ада буки, жал-жал хвадизе куле рак-мук буки. Я сал Аллах хасса цужу эхлери жунуки, ва сал хасса эхлери жунуки. Уэб нитлэд ал хала хит инэб кигу химер ки бачун базарал дейндал. Нитлэд цагол хималт амидал нужейгу буккара жубу сейн абун. Я сал жиндейгу ясик убусулаше, ик инисе эбели гэхидал. Васа жиндигу машина бусула, ук инесе шоферу гэхидал. Нитлеца цинги гол айзарун хаду ястлу улигу машина бачизе, вастлу улигу цинги ясадзула хабизе ким укул. Жаккаку я хелестеру нечиш. Хайкатал де хебугу ватсал. Киннатлугу аи бихиналуг. Нитлеца ручабаз де цинги айбала, нетца ручабаз де кидагу айбалар. Бихинчи хунгуру ни ручаби хулар. Эбу Алимаму Газали ас Калевги, Ручабаз нич рехулиле бихинчи ас гират, ревност рехара заманил. Бихиназут гоб хеч эвхидалх. Гоб хеч эвхидал бихиназут. Но это санхалабе, цу импортни машина бугуна ни госхолда сигнализация хула. Бихуларе бак алда канхлук хула госхоб. Касекват и госхоб тулару гаража хула. Амма кизан аалуин абунани кигу ниги осия ургел бук улар. Икха ниги икич униг. Сигнализация бук алда бук угей хасия ноль внимания бук. Кинаб цевесе бук. Цинги гогунг ашазе нишкета готлула жу пуланав жу тлу арауила. Пуланав кандидатила, пуланав профессорила, пуланав женигу макамазу битсизе. Шибго макамаз дие келеб, годи ангуруни лагически жалазу чиясул бат аба кэч унан. Шибди госу дипломаз келеб. Диплома чиясе жу шибгу кулару, диплома да цадах ааклу гибук изикул. Элму ялгижу кулару, элму нухтаба чизе ааклу бук ине кула, ааклу кула элму ялли чехул адине севжу, цурусару кцуни ялли Аллахст асана хун цурусалу ртлуил кхал хауму геб киниги, ртлуил кхал хауму геб киниги, элму цуну левжу ааклу кула, ааклу гибук изгелер ишватса. Ааклу хев кула нур Аллахст кунгуру нижив шулари. Хэм нур шуэзэ канаан и нитлэцэ шиб хавил. Хэм нур шуэзэ канаан и нитлэцэ аварагасте салат салаллаху алейхи ва саламасте эмир бит изэ кула. Радал бакани да нитлэцэ зикру бач изэ кула. Аллах рэхсэзэ кула. Кулун кусаатат гуруш инги абун чиастурек эх нур балиш. Нижэх цаулюк арацу муталимугу. Довук ана мутаэхун вач изан цэвэ махачка олда аптека бах халт улэ обтава цинги бичах иси абулэв. Тос нежэ бицхана живилэго бизнес халэ жанивэ. Ара махал радал
جود آدوا خیدال بوساد جودو چولانی لبوساد راد جین سابولانی لادنا کاروب کسوت آدوا کاروب کتودای نبود یه بکوتسل غدین انجی بک اون نور بچ اینی چیا سرک ات علی ما مغازلی است اختوز دا خادلو بوتو درام بازار هبلوک ارو چیا است خلاگو تلقی مخلاگو دو خانیلا واحد اثنانی ثلاثابون آدین دو تریابون درام بازار هبلو بازار آدوقو بلن کندوسته جو هش خودین کج اگوبوک اینه نیتله دگی نیتروک اینه کل رادال با قانی دا الله رسولشون رادال با قانی داورگ است سال الله علیه و سلم است سالات بیت ولشون رادال با قانی دا خال خوب است و پیکر ابولشون مخ مخ خوب است ولشون داورگ است آموزشی دا سال الله علیه و سلم است کنتو نهایت کم عن زیارت القبوری دنوک آن نوش زیارت خوب الله زیارت هبیال دستم اسلام اصل اول آد نخچ آلیش نوجت خوب الله ایشل اتیک سازن فزروها نوجت سهل زیارت هبیل هش نوجر دنیوی الله ز تاریخ خیزرویل خوب الله شدال دو علیگار خواهد لوگ میل اردال گنختون را خوب الله شدال دو چنگی حکیمات لوچ احج احیا حکیم سود حالت را خوب الله شد که یک اونوک یک اون سعیسمان خوبی خلوب آنکنده اصلت رچ او یکی بغلنه لیگی تزگی بک آد شد او تینگی خا علی غلغیچیل سالی سلیمانی راتولی رگو و حنکوزه بو تینگی دون شیو کلر هچ هچ احیال چای خبات ل آرا زمانیش دون کین الله استد سوی ختیلو علیم زبازونی بیتیلرین انبیا رسول ازو بیتیلرین کین اوگوین کلیتی داغه هبون اتله در هزه کلی جو خیره آوات سال چین که چو عدم ها چورو لیو چی است و چی است آمو گو دو که کوگه گینجو چوری زینمون دوست آمو دوستا جیندی که کچ اونی چوگی دستو قاگی کلی من چوری زینم خو چوگی دستو قاگی کلی نیجه گو بیچانا چو رسی آده چو شهر آده چو ریس آده و گست آسکو این دا چی چورو لیو چین که چوی آو نتله راو هنی تو آدم ها چوری زرست که ایچ این چورو قتل سنه عشین هبوله روام دوستو قواتی و غونی لکابینه تلدست خالی دستان خویزه گی خون دوره سادو گو چی دو قواتی و غورو کابینه تلو جو گو چوری زکنیل یه دین هب دنیا بو گو اتسالاو هب دنیا نیتلر بک هب گرو بو گی هنی دون بالا نوجه کم ساعت نوجه هنی نوچال اولاده بچه دل گروک اینریش حکیم ها گروک اینریش جیو جوا سبک اول متر فلان و هبیل امیرال آنیشال. اما چند وگو چی آنیش از دوگو اما دوستو مسروق اچ آموگه الله سو حکم قدرت. چند وگ اول ودینه. نیج آن مسکو د امسل دونی اصل نت سخاسر تال د تراو دینا سواد شیبگون تی وکیچ او شیبگون تی وکیچ او. دون شراب قیل جنازه اصل کانکبالی وگوان فلان است سین امون دیده دو خرافی هچ او دوب جنازه اش رو کاکبان خدوب گروگو شیو گوبک اینجا چی خون هیچ هم دنیا لش رو خو به چه شکل ممکن توی است خب اللهی دل جانی ره اللهی دل اون تبازوت اون واتول رست رو مگیلن که دل قصو خب اللهی دل سمنی پریبلم بیراتول رست رو مگیلن فلان است خب اللهی دل جندیر گو عجایب البات آباد ال اورغل بیگی پشمان سل بیگیراتول اوک اجو هچ اونی که خب قوگوسون تنی تلت سانی بازه هب خب قوگوسون آل دجانیم نیت خوچ اونی که امین خوزه هچ ایش نیتلر وگو امین خوارب سون پشمانه گرونی روخ خالی بوک ایزو بگیش ابل خوزه هچ ایش ابل خوارب مخا چند سون اخ غیرک ادسه این چنگ اینا رو واتس خوزه هچ ایش خیمال خوزه هچ ایش یاد سال خوزه هچ ایش فلان خوزه هچ ایش هم خب قوگوسونی دورتلو هم شین بک آد دورتلو چوک ایگو نخدود سا چینگ اوچ ایچ آن تور تیل چو کسو کنین آمون نیتل دنیتل آنیرگو تزیرو گلن کل دسک ادیب احمق خیشیو گی چینگی من بالای هنچ ایل شوگوسونا قوگوسونا چیرا خرا سورت هزوک لحچ عربت ارگو مگو من خدود سو هنچ ایل شوگوسونا دستن رخ قحام بیت ارگو ایخیزو گو خدوب چینگی چو انچگو سونال دستان انسی دوی خیزه وگو خدوب قوگو سونال دستان بوسه دوی خیزه وگو خدوب قلوشوگو سونال دستان زنی بی خیزه وگو خدوب هبرگو سونال دستان هاو گیل دوستو ترشو رو آبون وی خیزه وگوری وگوری جا قبو گیب اون تیکولا نیتلت سا خویل خوب ریک قدی انچه زب نیت خویزه روگه چی روگواتس هنی چی شیوگو طولا رو اما شالا رو
жаққаши ухалу, метерши ухалу. Нитругуцу قربان است خوازین آبون خی خلوگه چاقبازو مثال ده، اما گابونیم نوس کیسه خود سبب هلی آمون حالاره، اما نوس هزه بگه خ، بکنی کی بکی چونی کی هزه بگه، بکنی کی بکی چونی کی، کرای خلان گابونی کی خلی گوخه، یه نیت دبی خولا چانگو مسکین چوگو عور مخالات او، چانگو رس هال دو گورا کلتورا را زمانی سختی بگورا کلتورا را زمانی. یت همگو نیجه نصیحت جاقت اوت سبدی خدو نوجه و نیجه سبیت سلیم کی کلا نیت هم دنیا لک گوکیچ اگروکیس دنیا لحبه اما عرقی بک از کلا جوال دجانی علی ما مغازلی از احیال دقلل دستان کلا دین کلی لچیه سریزه کن کن دنیا کلی لدارو آنال کی نشلو مثال دا بهت ار اون تر مخه قلب اون تیچ مخه قلر اما دین بگیل کلان تو مثال جیب جیب خویل چی کنه ز کل قویل هم گنوخ جا قویش نیت سقوط دین دارو شنگی هور از زمانش ای هتلو چینگی خد دارو عدین ده هدف حالت ایزا بله جا قواج آن جماعت که کلم مصد استن خدوجی واج آن چینگی هت سه چوگی دخه جا قاک بانه متر تانه هم کوتاه اما دارو نیت سا کلوبو کنشون، ای دنیا کنشون، آنالگین از لو چرپاتو چیه سرقانانی، او چیه استاد آدی آلرژی بالاریش، چه اون تیزه بیلاریش، یا کاکویش بگه هم کی نم نیگی پریبلم، دین آل دستورخ بگه بکه، دنیا آل دستورخ بگه بکه، هم کلا نیت دا کنشیب جو، دارو شیب جو ابون باد، آب خیزه هنگود ایت آدی باج اول بالال، نیت بکنونگه هچ ابگوش هزی دو نسوی متصل دارد لبالت و چیه سه دو عنک و دغوس بک ایل هزی بکنه چه کنی گرک عرق قل سه دو هزی بکنه چه کنی گه خالیم به حل سه دو هزی بکنه چه کنی گه نرکمان سه دو هزی بکنه چه کنی گه نتیجه گوش هزی بکنه چه کنم دنیا لطوت ده ما قبض سرود سگی لذت هست کی که پس کی خاص کو عدم زویت سیت هزی بکنه چه هبو جا قویش بگید هم کن نم نیگی پریبلم علی ما مغازلی است که ایگو هم گر عیال دژانی شما هب جو نیت سه بیت ایزه بیچ اون زمانیش نیت سه کام بیت هنیگی هب آبشست و بیت اولارو شه هب آبشست و بیت اولب کوت ماشون آم بیال رسولاریت اونوگو دوز بیخ زبو کماشینا بچنانی آواریال دکولارو بچیچ اونانی آواریال دیکولا. بالا حالوگو هلت آدرچ اولیجال. بکنیگی بکیچونیک. بکنیگی بکیچونیک. الله از نیتله توفیقی خیره واتس نیتله ده بیت اون بیچیزه نیت که چو گروک ایزه مولد موت سال دان دهانا چوک ایگوی است چوک ایگو بیت آهنا کانانا خطبه هبونا تلوانا بودین لکسون که زبونا یالا روح عرب زبوکه کیجانا ناقیگی کانانا رمضان مصبح آنا مواعید الافطار الامو خلاط الاسطول الهرونا رسال دروغی چه از وارد سالگش لگابونی را خون چونگی خونگی همونا کانانا خاص کو قصور دوید اینا ما خاص یالا روح قبی حجال دیانا گریش خا حجی و کانا سوپیاتی زوج دوش نگستی نیت سماق اختلاط کف حال دا رسال دروغی دوره دعوه گرچ بگه بیزنس هسته چینکی آورا کس حدیث هلتا قوخت سالر هلت سرویه مسکین زبی هر دیز آنا واج آنا دواسه چجور عزیز هسته ماشینه دستین که بگی سون یالا روح گوگی شیب خاقو بودینی کز نیتیه کلی قیش بگی بی دنیا کرا شولی بودینی که بگو دین کرا شولی بودینی کور نیتیه قرامو گو حال بودینی کلاری زی نیتیه چری چرال نیتیه دین شولا شولی هیخ نجرو علی ککتی راقه نیت ساعت پرسوشنی است رولی خونه اینترنت آجانی رو حالی کاکتی راکیزه آورا گوکلین دعبا بله باتانانی اما توت سو سبریت از ابیزی کلی به چو کان دون احتنیگی اما حیوان بازار بگه قیاس نی مشکی داشت لو از بر گازل از اوت اومکوله گریش خا حیوان بازار بگه قیاس خا حیوان از وان نیت سوارا گسته خون رو کی گه بیچ اوگو نیت رو کی محبت سیکیلیش هی بک اولاری جوک وقت صخ، هی بک اولاری جوک. نتیجه قرآن مدتی که نباز عادی رو کور عبیک آمریک اتلو هچل مولد متصل قصدی که همون نتیجه دینش رو توفیقی، چینگی دینش رو شلوغی بکیس. رک قزیکول.
Allah snitle tawfiq e gedin rakqeze. Hem tsu maulid mutsal agiru halikakte gira kun munafiq avlet sargit asabu size. Walhamdulillahi rabbil alamin. Уважаемые братья, всё, что рассказал Али Хаджи, здесь полностью перевести тоже не получится. Я записать даже не успел, сам удивлялся с этой проповеди. Вот как одну мечеть нового имама поставили, он начал рассказывать, а риба это харам, риба это нельзя. Он не объяснил джамаату, что это является процентами, но он говорил, что риба харам. Эта проповедь была на эту тему, и один выходит, он говорит, пока этот имам не придет, я даже знать не знал, что рыбу кушать харам. Из-за этого я как можно коротко самое главное затрону. Самое главное было, что эти месяца, мы знаем, что бывает месяц период хаджа, бывает месяц Рамазан, бывает месяц Раби-уль-Ауэль, это является для нас будильниками. Мы видим месяц Раби-уль-Ауэль, чтобы благословлять пророка, алейхиссаляту вассалям, мы все вот так собираемся. Месяц Рамазан мы посещаем мечети на таравих намазы. И также в хадже много миллионов братьев и сестер собираются. Эти месяца для нас являются будильниками. И что здесь подчеркивает наш муалим, что этот будильник не должен быть дунялским, а должен быть ахиратским, чтобы эти месяца мы ради Аллаха делали благое. Насчет здесь было и учебы. Хочется рассказать одну историю, как день открытых дверей, каждый представляет свое учебное заведение. И когда вышел один представитель исламских университетов, одна говорит, только не надо предлагать нам эти исламские университеты, всю жизнь наши дети будут на наших головах, на наших шеях висеть. Один встал и говорит, что вы говорите? Имам Шафи, рахималлах, сказал, он говорит, что имам Шафи, рахималлах, сказал, человек, который приобретающий знания, если один день останется голодным, пусть придет на мое кладбище и поругает меня. Это слова имам Шафия, рахималлах. Если человек, приобретающий знания, останется хоть один день голодный, придите нам к моей могиле и поругайте меня. Уважаемые братья, также Аллах Всевышний, когда создал эту дунья, Он сказал этому дунья, кто будет бегать за тобой, ты останешься для него только на виду. А кто сделал шаг ко мне, ты иди к нему на руки. Дай Аллах, чтобы мы оставили это дунья и больше бегали к познанию Всевышнего Аллаха. Еще насчет, что здесь подчеркнул муалим, по поводу человек от железа может отличить бриллиант или золото и цену от нее, когда он узнает, что это золото и что это бриллиант. Если он не узнает, что это золото и бриллиант, для него оно будет просто куском железа. И вот так мы узнаем больше о пророке, алейхиссаляту вассалям, и о асхабах, когда будем узнавать о них, читать о них, узнавать истории о них. Дай Аллах, чтобы мы приобретали знания, следовали сунне пророка, алейхиссаляту вассалям, читали много о пророке и асхабах, радияллаху анхум. И еще что хочется подчеркнуть, кто хочет задать вопрос, перекрикивать не надо будет. Пишите вопрос и отправляйте вперед, иншаллах ответят. И второе, самый скупой перед Всевышним Аллахом будет, ахирате будет тот, кто слышит имя пророка, не благословляет его. Когда здесь говорят пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, все громко, чтобы рядом сидящему тоже напомнить, все громко должны говорить, саллиллаху алейхи вассалям. Кто слышит имя пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, не благословляет его, этот человек будет из числа скупых людей. Уважаемые братья, дай Аллах нам сегодня самое важное, не то, что пришли на маджлис, посидели, увидели алимов, разошлись. Для нас самое главное – следовать тому, что они сказали. Вот для нас самое то, что главное. Сегодня алимы говорят, не делайте эти свадьбы харамным путем, все равно делают. Богатые люди, а мы в мадрас даем, мечеть даем. Недавно была свадьба, которую потратили 50 миллионов. 20 миллионов отдали за платье невесты, которые 10-15 человек носили это платье.
20 миллионов отдали зарплате. 1,5 миллиона отдали, пригласили с Москвы актеров, артистов, отдали им 1,5 миллиона. Вот так проводят наши свадьбы сегодня. Дай Аллах, чтобы мы от таких людей тоже, не от таких людей, а такого амала тоже избавились. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, самая баракатная свадьба, валима, это та, которые потратили самое мало имущества, как бы. Вот самое баракатное. Сейчас я дословно не смогу перевести, и мы очень коротко пришлось, потому что время тоже заканчивается. У нас сейчас мы представим слово председателю имама района, Хасавюртовского района, Раджаб Хаджи Хан Мирзаев. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursaleen, Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'een. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rakatuh. Уважаемые мусульмане, дорогие братья, уважаемый джамаат, мы не устаем поздравить друг друга, поздравить вас с нашим священным месяцем, наступившим Рабиуль-Авваль, в котором родился самый лучший из творений Всевышнего Аллаха. И по мере возможности мы, отдел просвещения, стараемся встретиться с джамаатами, провести в селах, мечетях вот такие мероприятия совместно с джамаатом сел, совместно имамами сел. Мы должны в первую очередь знать цель нашей жизни. Когда у людей спрашиваешь, в чем смысл жизни, каждый по-своему отвечает. Люди говорят, что дом построить, другой говорит, сына вырастить, там деревья посадить и так далее. Цель нашей жизни на этой земле – это в первую очередь познание нашего Творца. Его невозможно познать без познания и любви к благодарному пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассаляма. И чтобы любить посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, конечно, нужно изучать его жизнь и жизнеописание посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Поэтому вот для этого нам не стоит и нельзя ограничиваться всего лишь проведением маджлисов один раз в году или один раз в месяц и так далее. Нам необходимо, чтобы каждый день мы говорили нашим детям, мы рассказывали нашим детям, особенно маленьким детям, история наших пророков, особенно история и жизнь описания нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, тем самым закладывает в них с детства мощный фундамент, основу нравственности, основу честности, правдивости и толерантности. Мин саадати л-абди, из счастья раба является то, что Всевышний Аллах дарует ему любовь посланнику Аллаха, и это является основой религии, нашей религии. И не будет полноценной веры у того, кто, у которого не будет любви. Тот, кто не будет любить посланника Аллаха больше, чем своих детей, больше, чем своих родителей и больше всех людей. И, конечно же, здесь уже неоднократно повторили, что недостаточно говорить всего лишь «я люблю посланника Аллаха». Для этого есть очень много признаков любви посланника Аллаха. Любовь посланника Аллаха – это не только слова, которые повторяются всего лишь своим языком, или же это не только уроки, или же это не лекции, только не лекции, которые проповедники делают. И недостаточно утверждения всего лишь, что «я люблю посланника Аллаха». Любовь – это есть хаятун туашу, это образ жизни, это путь, за которым ты следуешь, это образ жизни. Чтобы получить милость Всевышнего Аллаха и спастись, и получить милость Всевышнего Аллаха, нам необходимо жить по религии, идти по пути лучшего из людей. И мы знаем, пророк, алейхиссалату вассалам, обладал самыми прекрасными нравами среди всех пророков, и ничто не принесло столь совершенную систему нравственных ценностей,
как это сделал наша религия ислам, как это сделал наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, начиная с того, как ложиться спать, как утром вставать, как кушать, с чего начинать, как вести себя начальнику, руководителю и так далее. Во всем посланник Аллаха нам показал пример, наилучший пример, на который нам нужно равняться, на который нам нужно следовать. А мы думаем и ограничиваемся следование за пророком только лишь в мечети или же только лишь в религиозных вопросах. То есть во всех сферах нашей деятельности, во всех случаях, жизненных случаях и примерах нам есть пример, образец, за которым нам нужно следовать. Кто занимается торговыми делами, кто ведет бизнес и так далее, ему есть следовать за пророком, как вести свой бизнес на основе правдивости, честности и другим работникам, другим тоже. И сегодня, к большому сожалению, тоже здесь неоднократно повторили, что у каждого молодого человека, у молодого поколения есть свои, например, кумиры, свои лидеры, так скажем. Кто-то любит какого-то футболиста, кто-то любит актера, актрисы, певицы и так далее. Но когда у наших детей спрашивают, например, как зовут нашего пророка, где он родился, когда он родился, его дети, о его детях и так далее, наши дети, подрастающие поколения, начинают заикаться. Вот поэтому мы просим и хотим, чтобы в этом направлении родители, чтобы в этом направлении, чтобы мы работали. Вот, например, маленький, чтобы у нас на этом мажлисе не ограничивался, хотел бы предлагать вам такой, чтобы каждый отец, вот взрослые люди здесь есть, дедушки и так далее, поставил задачу для своей семьи, каждый дома. Вот книга «Наш пророк и его родня». Здесь написано в первую очередь о нашем пророке, потом о его семье, детях и так далее, о его женах, полностью имя, что означает все то, что связано с пророком, алейхиссалату вассалам. Чтобы отец организовал, сделал, проводил для своей семьи, для детей. Дедушка может для своих внуков провести вот такой маленький конкурс и давать им какие-то подарки, хоть небольшие, то есть заинтересовать таким образом. Поэтому очень большая просьба, чтобы на этой линии, на это направление вы уделяли особое внимание. И эти книжки тоже, то, что с утра мы нашли в магазинах, то, что взяли, кому хватит, иншаллах, мы раздадим. А Дарузмана, пятницу мы еще находим и отправим к имаму Мухаммад Хаджи, чтобы он после Рузмана всем раздавал, иншаллах рахман. Еще много могли бы сделать, могли бы раздавать много, что, как Али Хаджи всегда говорит, у нас тоже семья большой, поэтому не каждый раз получается многое делать. По мере возможности, иншаллах, будем делать. Дальше здесь поступил вопрос. Вопрос начинается с слова «шай». «Шай шибизе». «Шай шибизе» – не такой хороший вопрос по поводу там зикры и так далее. Мы сюда не пришли для того, чтобы изменить что-то, что-то вот так делать, так делать. Мы не пришли. Мы пришли друг другу насихат делать. Это мажлис, мажлис любви, мажлис братства. Поэтому то, что касается, вот то, что у вас здесь делается, вот есть имам Мухаммад Хаджи, рабочие моменты, сами вместе с джамаатом, сами вместе с ними, вот так нужно решать. Поэтому спорные вопросы, конфликты, вопросы нам не надо, поэтому это мажлис будем, иншаллах, на правильном пути провести. И баркала всем вам, которые пришли, баркала имаму, баркала другим, и в дальнейшем тоже намерены, иншаллах, провести такие мажлисы, встретиться с вами. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату. Баракаллах, Раджаб Хаджи. Что хочется, уважаемые братья, подчеркнуть то, что мы видим те люди, новообращенные в ислам, то есть которые были не мусульманами, приняли ислам. Они более лучше относятся, более ревнительно относятся к исламу. Вот один случай хочу рассказать,
У нас особенно, когда за пределы Дагестана уезжают, многие молодые ребята одевают те же красные мокасины, короткие футболки, накачивают мышцы и показывают себя такими. Видимо, одной девушке он понравился что-то, как-то она хотела выйти за него замуж. Это у нас то, что случилось. Она хотела за него выйти замуж, он говорит, ты должна принять ислам. Она говорит, дай хотя бы какие-нибудь книжки для начала почитать, чтобы я какой-нибудь поняла, что такое ислам. Он покупает ей несколько книг и отдает ей. Через некоторое время они созвонились. Она говорит, я, альхамдулилля, приняла ислам, но за тебя я выйти не хочу. Замуж уходить не хочу. Он говорит, почему? Она говорит, то, что я прочитал, ни одному ты не следуешь. Обратите внимание. Она новообращенная в ислам. Она пишет мусульманину, который с детства воспитывается. Она ему говорит, ни одну вещь ты не соблюдаешь, то, что написано в книгах. Дай Аллах нам всем следовать тому, то, что нам рассказали и сказали. Сейчас мы предоставим слово имам селения Сагада, Мухаммад Анвар. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونسيكم ونفسي العاصية بتقوى الله طيب الله رحمكم الله من العذاب الأليم نجاكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه سلام قلت لك خير الدينة الواتسال كي نزدقهم الله دنيا لك آخرة لك يلتقوا إيمانك كامل بعقلك كامل بتلقي نتي الله سبحانه لك آخرة لك بالله عقب عذاب الله سنك إيلا سقوط ونجي خاص بهال بصورة وزدت أدبك بالله ظلم حلم تدت أسا بورخك الله أس أنت بورخي يلتقي علا بيت سنخ علي حاجي أس يلتقي أحبق تلقي كيلا خير دينة الوات سلطوت سبيل كيال دبار كلها ربيع الأولى الموت أورك جند جنة هورا موت دينات الواتسال كيم بقولنا نيجي هب موت أوراق هورا موت أبن ربيع الأول باش على مخاطر، so بسرعة نشيا سوراق على توما نينات، so عدو بيتشاي أوراق استخون روتي إسلام الله خون روتي بيجي زي كولا، so ده هب خون خيط عاجي كوسال ده عاجي جاني ده هب رادوست روح الزهيل زي كولا يبصر بنشيا سو ده بعدي أورك أستا روت لخين كي بقولنا، هن شروط لخين كي يطلق كينا تسوق بيت سنة هذا بيت سنة روت لخين كي يطلق بيت سنة إذا عن وازنا سعد كي هابنا ما شاء الله سينجي على حجياس سينجي ده على شو زاب زبرك على شو زاب جو تيجو الله س بيت سرة بوس زي بيت سرة تاريخون عملها بزي الله س نكلي توفيق لقي الله سينجي نت كينا زدكو جور حاجة دنيا الله دكي آخرة الله دكي هل أدرج على هالمعزة بزيكي قديا بركة الله نتلقي قدوهار نتلقي وعزة نسيات كي هابون نتلقي دخون روت كي خين تلقي زاير هابون رج على هذيكي قديا بركة الله متر محشر الله نتلقي قرب قياس هادين وها مجلس الله قاعدين أورق رسول صلى الله تعالى عليه وسلم لواء الحمد الله غوت دان دي تيجي قرة لراتيكي الله سنيل أقول هذا قولي أستغفر الله لي ولكم أجمعين ويا فوز المستغفرين وهو أرحم الراحمين آمين أجمعين بركة الله نجيس قديا بارك الله Мухаммад Анвар, дай Аллах тот дуа, который вы сделали, Всевышний Аллах примет. Аминь. Уважаемые братья, мы знаем, что самое то, что радует, мы являемся жителями России. Живем в Республике Дагестан. Но, альхамдулиллах, у нас особенно в Хасавюрте, дай Аллах, чтобы не сглазить даже, мы видим, как идет совместная работа со стороны администрации и со стороны духовенства. Альхамдулилля, идет очень хорошая совместная работа. И дай Аллах, чтобы до конца судного дня вот так проводили все мероприятия. Аминь. Аллахума аминь. Сейчас, почему я именно эту тему провел, сейчас мы предоставим слово специалисту по делам религии администрации Хасавюртовского района Исрафиль Хаджи. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين خير الدين الثوات سال خير الجماعات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خالق السبيشين الله عز وجل شتورن زال ناس из أمّة محمد صلى الله عليه وسلم признающий ислам еще раз хвалил Всевышнему Аллаху за то что он дал нам возможность еще раз радоваться продлил нам жизни
с приходом месяца Рабиуль-Аввал, в котором родился наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Безконечный хвала Всевышнему Аллаху за то, что нам дал возможность сегодня вот так встречаться здесь, говорить об исламе. Это то, что не было недавним прошлым. Здесь есть взрослые люди, они знают, молодые могут подумать, почему это не могли. В Хасавртовском районе был один мечет, который могли совершать Рузман. С Гудурмейса, откуда, оттуда, туда приехали. Вот такое было время. Говорит об исламе, то откуда возможность? Одно случай вспомним. Один работник Хаким, ему завещал мат, когда я буду умирать, чтобы ее везли джаназа, чтобы завершить намаз, упокоившийся, это джаназа намаз в мечеть. Ну, он проявил мужество, сделал, как сказал мат. Следующий же день его сняли с работы. Вот такое было плохое время, такой была идеология тогда. Сейчас, после выхода закона о свободе совести, вероисповедания и религиозной организации, в 1997 году это был, нам немножко потихонечку развивался, и получилось вот такие возможности. Как здесь это Камиль Хаджи говорит, в администрации района, во главе Джамбулат Хаджи Шапиевича, планомерная работа в направлении ислама ведется. Он также обращает особое внимание по делам религии, так же, как другим социальным вопросам района. Он знает, что мы здесь, он вам передал самый красивый привет исламе, ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатуху, и большое пожелание вам от главы администрации района. Тут много же говорит, то очень много, можно было ограничиться тем, что сказано, но дай Аллах, чтобы мы все были осчастливлены шафаатом пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и барагат его последователей берег бы нас всех от всех бед и несчастья. Ну, наше общество не обошлось без заблудших братьев и сестер. Я желаю им, чтобы они образумились, покаялись и вернулись на путь истины. Амин. Вальхамду лиллаху раббиль аламин. Баракаллах. Уважаемые братья, посмотрите, здесь большинство не молодых людей, здесь можно на пальцах посчитать. А когда заезжаешь в село, улица полная бывает молодыми парнями. Почему, уважаемые братья, мы не посещаем такие мажлисы? Там, где восхваляет пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Стоят на улице, кого-то обсуждают, делают гиба, делают бухтан. Лучше посещать тот мажлис, где благословляет пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Дай Аллах, чтобы в следующий раз здесь не было места тоже для проведения этого мажлиса. Сейчас мы, иншаллах, подарки тоже хорошие вещи. Предоставим слово нашему Али Хаджи Саид Гусейнович. Когда мне одному мутаалиму ручку подарил, ему сказали, что это не такой дорогой вещь, как богатые люди друг другу дают такие богатые подарки, как ламборджини, что ли, как называется это. Но у нас подарки лучше, чем ламборджини. Вот это мы должны знать. Самый первый подарок мы хотим подарить главу села Хазанату. Его здесь говорили, что нет. Иншаллах, это Дибиру дадим, чтобы он дал ему. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Деньги. Вот это подарок ему. Не главный подарок, а главное внимание, как мне тот муталим сказал. И второй, и имаму тоже. Основа религии и жизнеописания пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И имаму тоже дадим. А Мухаммад Анвар говорит, а мне когда будет? Когда будет у вас там мажлис, тогда вам тоже будет. Когда у вас там мажлис, и тебе тоже будет. Иншаллах. Вот так. Дебуха. Анджалас. Хабура маулитки. Хабданде тигалас. Хаулавеги. Нитле мурад урак ал. Суца журай. Ниткиннал губусурва бикула. Шаадат бит улюшину чебусурвен чук. Ebru nitlel hazi kulucu. Hab Dagistan aldı ina planetan al heç o. Muhammed Ali Umar Ahmet.
нитле да цуцаде ричун гут ибугу это самая большая беда. Значит, жакабу сурбанчи, бусурбанчи аставичулар мацуги да ислам алекинахуль. Ахадире сугиби? Эчух. Хэст бу нитле цу адамак ислам алахуль. Афуаджан, афуаджан, до заман срачан цуцаде ричун. Ну сел да кугу сунат рагалар лугу. Аусхалги хазражалги цуцат, аварак саллаллаху алейхи ва саллям ач изан. Ну сел да кугу сунат. Аварак вач элдатлун цуль харау цуцаде рич аралуку. Плюс ади мухаджирун алгирач аралуку мискинал, алигар харач ичу. Миллиарды рач ичу. Мискинал кинагу дуа макэлгитун. Долги ричан, цук хизан слунтлан. Жак какуяс нитлеца чията бусурбан угуреста айб чин хавилеп. Жугу Мухаммад, Ахмад, Али, Умар царвугу цуцаде вичу ларимах. Гуриш. Тук азбит сейчу бугу нижани. Эчух. Эб кула кинна бул хаукцих. Сай бугунан, эсими кинам жу нухтаулах. Сай хэч унани, байби хула рик аризеги, байби хула эмеро проблема вик Аллах ас нитле сай гикаги, цуцаде рич икаги ха. Нужа джамаата сеги баркала, цинги ха имама се баркала, глава се баркала, кина зегу баркала, хаду хаду гадинан, дан деслун абиз Аллах ас нитле тауфик аги ха. Эбу жақа нижерцел хасеур тали вач эласам гит ук ас муратеч. Анжи хэл хармах вақундир политики вақхилару, бизнесменги вақхилару дир, депутатки вақхилару, анжи сауишич одун анжи ханжилун. Адам аз гуишилиш. Нужей гуишич усиксикачи. Я. Эбу. Охари касич ук изэлавлю. Аллас, кин назасагуб, Аллах бурхаги ватсал. Кинна зегу сахлик эги амма куца бусуру вазе хавк алла за дуна ахзе дог алла лишвезе ан Аллас нитл ахир кэмэсэ куэлки аварага сусалу Алла Али Васалам асу байрак халдагурт хэл рук улэссан харигих. Эву нитле мурад. Когда делают подарки, нужно благодарить. Али Хаджи упомянул дорогую машину, которую он не может дарить. Но он сказал, что этот подарок, который он дает, больше, чем тот подарок. Чем тот? Этот лучше, чем и чем хуже та дорогая машина. Человек должен заплатить большую сумму, чтобы обрести эту машину. Затем еще он должен иметь средства, чтобы содержать эту машину. И несмотря на то, что он обрел, он еще и будет терять и терять с этой машиной. Но Али Хаджи дает такой подарок. Обретя человек этот подарок, будет набирать и все больше и больше набирать средства для судного дня. Вот какой этот подарок, чтобы вы поняли, дорогие братья. Здесь ведущий упомянул, что мы живем в государстве российском. Он упомянул это не зря. Есть на это причина. Посмотрите вот на то, как в этом государстве люди разных конфессий могут свободно исповедовать свою религию. Его эти слова мне напомнили происшествие, которое было в царской России, в дореволюционной России. Слышал я прежде это от наших взрослых людей, от своего покорного отца, рахимахуллах. Потом это нашел я еще и записанным в книге «Макалатуль Кавсари» называется, «Отчерки Кавсари». Он рассказывает там, как в Дагестане после пленения Шамиля и после того, как Дагестан покорился России, один из жителей наших дагестанцев вошел в кабинет к чиновнику какому-то, там не упоминается имя, именно к какому чиновнику. И когда он туда вошел, он не заломил шапку, то есть не снял с головы головной убор. Это было принято еще в царской России, когда холоп перед барином заламывал шапку. Этот чиновник упрекнул его за это. И этот человек, наш дагестанец, сказал ему: «Разве не было между нами договора, что вы не будете требовать от нас то, что противоречит нашей религии?» И тогда этот чиновник сказал: «Послушайте на благородство этого чиновника и на справедливость
государства того времени, когда они управляли, когда Россией еще управляли цари. Этот чиновник говорит ему: я выясню это, и если окажется, что ты меня обманул, я тебя очень сурово накажу. Он выяснил, потому что в России, кроме Дагестана, тоже были мусульмане, татары и башкиры, у них была возможность выяснять это. И когда они выяснили, что мусульманин никогда не обнажает голову, нигде и никогда не обнажает голову, будь то даже когда он ходит в свой храм, будь то он куда бы он ни приходил, к какому бы начальнику, какому бы чиновнику, какому богатею, какой бы дом он ни входил, куда бы он ни ходил, даже в своем поклонении, в намазе тоже не оголяет он свою голову. Потому что пророк тоже, алейхиссалату вассалам, нам неизвестен случай, когда пророк, обнажив, совершил намаз, кроме того, как, когда была необходимость установить границу места его намаза, тогда он был вынужден снять с головы чалму и поставить на расстоянии саджда. И вот тогда российские власти этот пункт изменили, когда в Дагестане, дагестанцы должны были даже, скажем, на всем Кавказе в то время, они этот пункт изменили, что должны заламывать шапку перед чиновниками и своими хозяевами. Вот какая была тогда справедливость. И на сегодняшний день тоже мы видим эту справедливость в нынешней России. Тоже ассаламу алейкум, рахматуллахи та'ала ва баракатуху. Уважаемые братья, уже наступает время и предзакатного азана тоже. Дай Аллах, чтобы этот мажлис был из числа принятых мажлисов. Дай Аллах, чтобы он был из числа тех мажлисов, который являлся причиной прощения наших грехов и являлся причиной увеличения и укрепления любви между нами тоже. Аллахумма амин. Еще лучше дуа алима сделает. Сейчас дуа сделает, предоставим мы нашему уважаемому Мухаммаду Анвару. Аллахумма амин. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن الرحمة الشديدة ومن العافية حسولها ومن العيش أرغده من العمر أسعده من الإحسان أتمه من الإنعام أعمه من الفضل أعزب من اللطف أنبه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، واختم بالسعادة آجالنا، وحقق بزيادة آمالنا، وقرم بالعافية غدوبنا وأصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واسبب سجال عافك على ذنوبنا، ومن علينا بسلاح عبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا، وثبتنا على ناجي الاستقامة، وأعزنا من موجبات الندامة يوم القيامة، وخفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار. اللهم يا معتق الرقاب، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأحبائنا وأصدقائنا وأزواجنا وذرياتنا من النيران ومن عذاب القبر والنار يا الله. اللهم ارحمنا وارحم موتانا. اللهم كف عنا شر من يريد بنا سوءا، فإنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم انصر من نصر الدين، واخزر من خزر الدين، وانصرنا وانصر المسلمين على القوم الكافرين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم شتت شمل الكافرين، اللهم ارزقهم كل ممزق يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فاتحة. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي، أبثك كل أشواقي، وأرشف عطر يناكي.